поделиться выручкой. Всем привет, с вами но снова сейчас... Хакос. Пару сцен нам вечно досаждают. И мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Odyssey. Похоже, будет не до разговоров. Если представится шанс, союзники с радостью ударят в спину. Погоди, у меня кобылка не подбежала. Поехали. Ну, кстати, а что у меня там по снаряге? 20. Боевой топор. Эпический посох. Давай эпический посох. Я 23-й, сейчас почти 24-й, да? Во. Лучше. Ну, вот и все. Давай, давай! И ты помогаешь Спарте после всего, что случилось? Карос заключил союз с Афинами, так что выбор был невелик. Ты нуждалась в ней. Соперничество это одно, но Парос превратил его в войну. Наксос не выстоял бы против натиска паросцев и Афинян. Уничтожение. Ну и что дальше? А, все, убейте воина. Ой. А ну иди в воду, искупнись. Остынь. Ну, блин, давай в цель тогда возьмите. Да. Ого! Эй, аккуратненько! Блин, лучники добивают. Они с корабля, походу, да? Я тебя сейчас тоже уже нашел. Да блин, вот щита нету и все, все накрывается медным тазом, блин. Что это за спартанец без этого? Без щита. Ладно, пробуем несколько иначе.
Блин, шлемак пришел. Да вижу я. Ты помогать там пришел или как? Все равно получилась ерунда, да? Я бегаю быстрее. Ой. Как неловко получилось. Так, у нас... Ага, ага. Ну-ка, мать, не трогать. Где еще лучник, блин? Теперь тебя ждет только Харон. Надеюсь, задание «Памятное убийство» это было временное. А не так, чтобы я что-то пропустил. Наверстать упущенное. У-ху! Так, ну-ка. Так, ну чё, ты по поводу отца мне что-нибудь расскажешь, нет? Правители этих островов давно враждуют. Раньше Парус и Андрос принадлежали нам. Да и мастера у нас куда лучше. А сейчас? Считают, что достойны большего. Богатым негде расправить крылья. Но мы подрежем им эти крылья. Они не знают, с кем связались. Ты похож на Николауса. И сражаешься так же бесстрашно и свирепо. Он был бы горд. Я помню, чему вы меня учили. Вы отличные наставники. Я хотела воспитать тебя бойцом. Так и вышло. Кто мой отец? Скажи, наконец-то. Кто мой настоящий отец? Как ты узнал?
мне сказали. Николаус, вы виделись? В Мегариде. Николаус был тебе отцом. Он растил тебя, пока не встал выбор между тобой и долгом спартанца. Он говорил о другом отце. Расскажи мне о нем. Я надеялась, что мне не придется открывать тебе правду, но если мы хотим остановить культ, ты должен все знать. О чем ты? Глава культа твой я отец. Я была с ним до твоего отца, Николауса. О нем давно нет вестей. Ну ладно. Это бы все только усложнило. Ты имел право все узнать. Ты хотела как лучше, как любая мать. А так что, даже не скажут, кто он, да? Объясни, почему культ охотится на нашу семью. Есть много причин, дитя. Что мы им сделали? Теперь, когда мы вместе, лучше спросить, что мы можем сделать. Они боятся нас. Твои предки долгие века представляли угрозу для культа. Эти люди хотят нас убить, чтобы мы не помешали их замыслам. Если они нас так боятся, мы докажем, что на то есть причина. Многие пытались их остановить. Мы не многие, и у нас все получится. Как ты здесь оказалась? Знаю, ты покинула Спарту, но как ты попала сюда? После того, что сделал Николаус, я больше не могла там оставаться. Но почему здесь? Мне выпал шанс помочь этим людям, дать им что-то. Меня избрали правительницей острова, и я должна сберечь его от врагов. Ты столького достигла. Думаю, люди счастливы, что у них такой лидер. Было немало трудностей, но я горжусь тем, чего мы добились. Редко встретишь людей, подобных тебе. Давай продолжим наш разговор в более приятном. Да-да-да, на фоне трупов. Едем же. Да, это все спартанская кровь, да? Там кораблик двух или трех парусных идет. Спартанский. Двухпарусный. Бух! Впиндюрился. Ну что, здесь так красиво. Да, здесь прекрасный пляж. Не то, что в Спарте. Спарта. Все, что я помню, это подножие горы Тайген. Когда я отнесла тебя к Пифии, я не думала, что случится потом. Она сказала, ты особенный. Даже Пифия не может знать все. Твой полководец быстро поднял тревогу. Он знает, парус угрозы для нас. Это ясно нам всем. Шлют сюда солдат, куда уж яснее. А заключить союз? Мы пытались очень давно. Но теперь они считают нас своими врагами. Я помогу вам их одолеть. Обсудим это позже. Но думаю, ты прав. Эйла, распишись! Мой сын пройдет через армию. Я подготовил его. Он будет лучшим за всю историю. Иди-ка ты отсюда! Что за стройка? Вижу, храм строится, Евандрос. Не будет пожертвований, не будет храма. Солдатам не добыть средств. Они защищают храм от врагов, не дают его разрушить. Но я попробую помочь. Реконструкция – благое дело. Лигдамес заслуживает почитания. Реконструкция? Тут, походу, с нуля строить. Мы не забудем его борьбу с продажными олигархами. Это урок всем нам. Я помогу достроить храм. Спасибо, Феникс. Феникс. Что за странный день? Но хороший. Бывало и хуже. Да уж. Ты вырос и полон сил. Но я чувствую бремя, что тяготеет над тобой. Теперь, когда мы вместе, мне легче. Хорошо.
Но зачем же боги вновь решили свести нас? Первый, наверное. Они решили, что членам нашей семьи пора снова встретиться. Это значит, что мы должны разыскать Кассандру и вырвать ее из когтей культа. Они причинили нам столько боли. Из-за них страдают и другие люди. Покинув Спарту, я знала, на что иду. Теперь моя забота — жители Наксоса. Позволь тебе помочь. Мы защитим Наксос и вместе будем бороться с культом. С Наксоса? Мирин, симпозий вот-вот начнется. И тут симпозий. Прости, дитя, я забыла. Готовь лошадей, я уже выхожу. Симпозий? Нужно показать людям, что их лидер силен. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Я помогу тебе в борьбе с культом, но сперва нужно убедиться, что Наксосу ничего не угрожает. Что нам делать? Вести войну с Парусом. Ослабим их позиции. И в нужный момент нанесем удар в уязвимое место. Что ты задумала? Вызовем флот Паруса на бой и уничтожим его. Но Юнеас, мой адмирал, пропал. Он уплыл на Парус, чтобы вести переговоры, но так и не вернулся. Не волнуйся, я его разыщу. Если понадоблюсь, я на симпосии, но если придешь, постарайся выглядеть не так воинственно. Опять юбку, что ли, одевать? Ну, мам, ну можно я одену что-нибудь нормальное? О, навык. На-на-на-на-на-на-на-на. Может, этот? Мне, кстати, очень понравилось. Показатель брони до 90. И урон, получаемый в дальнем бою, снижен на 20. С вероятностью 10 атакующий вас противник будет оглушен. Окей. Еще, конечно, бы хилочку. Ладно, я думаю, я справлюсь. Из-за нее. Так. Ослабление. Понизьте уровень ресурсов Параса. Юнеас. На Перу. Надеюсь, это не временное, да ведь? Парас. Парас — это соседний остров? Да. Так, окей, туда надо еще плыть. А что на этом острове? Блин, тоже на Парасе. Тоже на Парасе. Ну пойдем тогда на пир сходим. Вот бы сразиться с ним. Чудовищный вепрь? Видел я одного такого. На клыки насаживает. О, момент. Блин, а то, что у меня здесь падает этот... Ее правление, это плохо, наверное, да ведь? На ослабление как бы есть функции, а вот на усиление... Маркос был бы в восторге. Блин, мне бы какое-нибудь владение бы. Вот как в этом. Когда Коннор получил поместье. Вот это было здорово. Так. Я тебя вижу.
Все. Отставить. Давай попробуем. Провернуть с тобой. Нужно убедиться окончательно, что это невозможно. Так, что должно произойти, чтобы я смог не напрыгнуть? Да блин. Погоди. Я оружие, наверное, должен убрать, да? Награда будет моей. Ну все, ты меня не нашел. Прекращай давай. Все, вроде он сложил. А, нет. Вот, вот, вот этот момент. И теперь надо просто подловить его. Иди в гавань. Да блин, я наемника сумел нанять. По имени Варна. Можно, можно. Круто. Я думал, их программно просто нельзя набирать. Оказывается, можно. Не убийцы. Не показывайся на людях. Погибнешь. Я это понимаю. Но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парос не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу, уезжай отсюда. Аспасия, откуда ты тут? Алексиос, подыграй мне. Я вас прервал. Прошу, продолжайте. Так увлекательно. Я пришла сказать твоей матери, что ее ищут убийцы из культа. А здесь она на виду. А я говорила о Спасии, что иначе мне не заручиться поддержкой жителей. Мне убить солдат культа? Этого мало. Без доказательств никто не поверит в вину Пароса. Найди их. О, кстати, возможности переодеться я конечно не видел. Спасибо. А я буду она здесь была? Заручусь поддержкой. Осторожней, они опасны. Знаю. Я уведу ее отсюда. Где искать их? Подскажи, где мне начать поиски? В пещерах под горой Зас. Культисты одержимы своим мистицизмом. Чего еще от них ждать? Какие доказательства? Не думаю, что убийцы признаются, на кого работают. Пожалуй. Нужно что-то надежней. Уверена, ты справишься. Окей. Конечно. С радостью вам помогу. Увидимся позже. Бухта Зевса. В пещерах к северу от бухты Зевса. В общем, в любом случае, сначала до сюда. Да, снимок уберем. До сюда, и потом... Пещеры горы Зас. Где-то здесь. По-любому. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Ух ты, это что такое? Кто-то кидается? Yeah.
Блин. Надо было уходить. Да, надо было уходить. Что-то я на хпшки свои не посмотрел. Да. Нужно быть осторожным. Отвянь. Я не вас ищу, ребят. У вас же тут нет пещеры? Нет, пещеры нету. Отпяньте от меня. Азор Зевса. Пещера к северу от бухты Зевса. Элла! Близко к цели. Вход в пещеру, а не там. Так, давайте сначала орла покрасим. Ух ты. Смерть и хаос. Кстати, я что-то перестал выходить в реальный мир. Ну, здесь за это... За девчонку, которая исследует какие-то там руины. И Халк. Я тебя нашел. Так, я не понял. А вот, вот же точка, да? Так. Ну-ка, орел, освети мне. Золотой! Там золотой стоит! Чувак, я за тобой приду. Так, ну нам сейчас нужны культисты, вот эти, да, которые в пещере. Эй, ну... Буду осторожен. Будем. Сейчас так соберем. Эй, ну, прыгай. Да, блин, не туда. Так.
Враги там. Ну и ладно. Придется как обычно. Чё столпились, блин? А как тебе мой посох? На! Есть у них какие-нибудь? Намётки на следующих жертв культа. Они стоят спиной к друг другу или же нет? И почему они стоят такое ощущение, как будто это приманки вообще, не? Так, по-моему, я его не убиваю. А нет, убил. Деньги. На всех печать Пароса. И письмо. Письмо. Зашифровано. Зашифровано. О, табличка. Огонь. А, нет, это Астракон. Блин, а я думал табличка. Клыкастый лук. Первый легендарный лук у меня, не? Да. Огонь. Там с рунами какой-то. Видимо, гномы постарались. Так, а чё? Кто теперь-то? Могу отсюда быстро перемещаться, да? Да неужто только назад? Проход? Не. Классно, там что-то есть, а я не могу взять. Ну и ладно. Ну, и чего встал? Не пойму.
Выход у нас сейчас в той стороне. Там разграбить, да? Это, может, сразу в крепость меня ведет. Проход закрыт. О, а теперь я могу телепортануться. Эх, не успел прочитать, что там будет, если вы расколите вражеский корабль. Там, по-моему, усиление для своего корабля получаешь, да? В таком случае. Спартанские правители. Феникс. Последний раз, когда я видел, что Перикл глава правления, Афины пали. Теперь вот интересно... Кассандра не убьет еще и свою мать. Ради своего дела. Ну чего, ну подтянись. Убийцам заплатили деньгами Пароса. Что ж, лучше доказательств не придумать. Это мне поможет. Отнеси в гильдию торговцев. Это мои доказательства. А деньги пусть оставят себе. Конечно. Еще там было это. Полагаю, приказы. Выглядит знакомо. Это древний диалект. Полагаю, культ использует его для общения. Можешь прочесть? Эти деньги не от Силануса. Их дал кто-то из Спарты. Это невозможно. Я могу перевести, но поверь, это приказы спартанского царя. Знать в Спарте всегда отвергала культ. Культ как вода. Просочиться в любую трещину. Но только не в Спарте. Культ просочится в любую трещину. Ух, сильная фраза. Спарта давным-давно изменилась. Порок проник повсюду, и Спарта не исключение. Они хотят насадить дисциплину в Греции, а сами гниют изнутри. Они выбрали не того врага. Мы спартанцы. Не забывай. Неужели? Здесь меня держат дела. Парос нужно остановить. Неправда, мы все еще спартанцы. Потом я вернусь. Нападение культистов на Наксос. Подсказка 1. Бить с культа. Подсказка. Кого нашли-то? О, вот кого-то нашли. Ты кто? Ваши статуи сгинут. Если нужно, мы сожжем ваши храмы, чтобы избавить мир от крыс вроде тебя. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ага. Так, тут еще что-то получено, да? Свиток убийц культа. Открытые предметы, подсказки. Царь Спарты хочет смерти Барасида. А в открытых уже как бы нету, да? Интересно. А если мы начнем уничтожать, например, с Забийский кентавр, да? Одного, второго. То есть, не получу ли я подсказки на этого, убив вот этого? Ладно, это надо будет проверить. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну, до новых встреч в новых видео. Пока-пока.